Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стич, и мы с вами продолжаем проходить Silent Hill Ухимива. Это у нас с вами пятая серия. Отправляемся с вами на третий этаж. Кстати, вот и сохранение. Почему-то я чувствую себя виноватым. Интересно, с чего бы это себя? Почему-то себя чувствуешь виноватым. Мне тоже непонятно, чувак. За тобой какой-то косячок есть. Мы, кстати, сами звонили по телефону, но что-то ничего не произошло. Сейчас начнем все комнаты проверять. О, фак. Где телефон? А это не мы случайно звоним? И чё? И что это было? Блин, я тоже хотел спросить, что это было. Нет, никакого... А, сука! А, блядь, не пугайте меня. Блюдки тут лекарствами балуются. Так, лекарства. Суки. Че, мне хочете на пон взять? У вас это получилось. Ящик надо проверить. Ящики тоже ничего нет. Блин. Туда не знаю. Телефон зазвонил. Кто говорит? Слон. Что вам надо? Шоколада. Нахрен, уходим отсюда. Комната, так скажем, мягко говоря. Не гостеприимная оказалась. Welcome. Welcome. Заперто. Так, тут тупик. Ой, пойдем с вами в другую сторону. Правую сторону мы сами не смотрели. Не смотрели. 303. Отлично. Happy birthday. У кого-то был день рождения? Это опять призраки, что ли? Звуки какие-то. Пиццу, пиццу. Хавали пиццу. О, типичная, наверное. День рождения подростков. Хавали пиццу и пили пивище. Какая-то выемка. Говорят точно не по-русски. Дверь заклинила, сука, я боюсь сюда идти. Невозможно открыть, невозможно открыть. Две выемки, кстати, тут есть какие-то. Надо запомнить, что в 303 квартире есть какие-то две выемки. Я сейчас запишу это, кстати. 303. Две выемки. Так, две выемки. Вот это будет самое. Нормальная тема, это все записывайте. 306. Ключ подошел. Ух ты. Это что у нас сами? Свет какой-то, знаете. Я не знаю, как работать с этим оборудованием. Что за комната? Комната какого-то фотографа, что ли? Я не знаю. Чё за херня? Нахрена появляется? Хм, фотка кошака. Мне кажется, популярная фотография. Может, это разработчики? Какая-то девушка. Но тут явно же появляется что-то, смотрите. Что такое? После всех приготовлений можно приступать к созданию фотографии. Не забывайте, что можно использовать только красный свет, иначе пленка или фотография моментально засветится. Ладно, записываем. Секунду. Красный свет. Только красный свет. Дальше. Так, пленку можно зарядить в барабан.
После чего залить проявитель реагент А. Реагент А. Внутри барабана. После того, как это... После этого можно приступать к печати фотографии на фотоувеличителе. Обработанную фотобумагу нужно аккуратно окунуть в белую кювету с проявителем реагент А2. После чего будущую фотографию необходимо зафиксировать. Используйте синюю кювету с фиксатором реагент Б. Следующим шагом будет промывка фотографии в зеленом кувете. Так. Начинаем, в общем. Пленку в барабан. После чего залить проявителем реагент А. Внутрь. Так, обработанную нужно аккуратно окунуть в белую кювету. Сначала белая. Проявителем реагент А2. Там синюю, потом синяя. Реагент Б. Вот так вот. Следующим шагом будет промывка зеленой. Зеленой. Так. С обычной водой. В общем, зеленая, на самом деле, обычная вода должна быть. После этого фотография готова, осталось только посушить ее. Я бы добавил реагент А. Реагент А2. Реагент Б. Так, осталась только вода. Я правильно понимаю? Замок сломан. Фотография. Сегодня тут... Блять, пусто. Пусто, воды-то нету. Так, чуваки, это тут что за фотографии такие, я не понимаю. Кого это вообще? Разрабов, наверное. Воды нет, написано. Я нашел пустую бутылку. Пустая бутылка-то, наверное, для воды у нас, скорее всего, как вы думаете? Недостаточно реагентов. А, это синяя. Это белая, это синяя. Зеленая где? Вот это что ли? Красная еще должно быть. Еще рано использовать. Круто. Нам нужно сами воду где-то взять. Как сделать так, чтобы появилась вода? Может, нам надо сами сходить в подвал? Так, я сюда не хочу заходить. Тут комната такая. Страшная, очень страшная. 306, это все. Уже запутался в трех соснах. Еще одна дверь 304. Так, это что это? Мы, кстати, тут сами были. Это вообще простая дверь. Простая комната, тут ничего нету, кстати. Она изначально была открыта. Пошли сходим в подвал. Вот что хочу предложить. Почему бы нет? Почему бы нет? Давайте сходим в подвал. Обычно вода у нас там всякая включается, всякая эта дрянь происходит. Вполне возможно, что... Хотя подвал же у нас с вами закрыт. Закрыт, но есть связка ключей. Может быть, это еще и подойдет. Нам с вами надо определенно бутылку эту набрать воды, скорее всего. Потому что пишет, что не все готово. О, если я... Если я брошу шкатулку, то и смотри, какая подсказка. Это сетка для этого сделана, что ли? Хм. Прикольно. Давайте попробуем бросить. Блять, тут закрыто. Как бросить? Это какой этаж? Третий. Выше. Так, тут не получится. А как бросить шкатулку-то? Ничего не понял. Если я брошу шкатулку... Может, тут где-то сетки должна быть? Если я брошу шкатулку с большой высоты, она должна сломаться. Может, там ключ? Это нахрена мы ушли-то? Надо было попробовать все-таки. Тут сетка одна. Интересно, интересно.
Пока мы ее не можем бросить. Чувак, как тебя бросить нахрен? Открыли подвал, отлично. Так. Тут не особо много ходов. Вентили, бляха-муха. Вы посмотрите, вентили. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, оставлять свои комментарии, наставьте палец вверх по поводу прохождения игры. Оу, фак. Так, что мы будем с вами делать? Тут сколько у нас с вами? Вот так вот посмотрим. Два больших, два маленьких. Не знаю, давайте попробуем маленький, что ли, покрутить. Они, кстати, крутятся в разные стороны. Так, что-то зашумело. Смотрите. Кстати, обратите внимание, мы с вами закручиваем. Видимо, это поток воды идет, что ли. Так вот, нету. Так, открыли, закрыли. Так, ну давайте вот так попробуем. Тут счетчиков никаких нету. Плоть. Кстати, смотрите, а вот этот значок еще будет. Плоти, да? А он нам сами не понадобился, кстати. Хм. Между прочим. Так, сейчас надо нам с вами, по-видимому, обратно к фотографу возвращаться. Это что у нас с вами? Третий этаж, если я не ошибаюсь. Или нет? Кажется, все-таки что третий. Тюк-тюк. Эй, где кто живой? Позывной. Какие звуки, а такая музыка была приятная. Мы с вами попали в это здание. Тут такие музыки, такие противная уже музыка. Так, сохранимся. Так, вопрос в том, в какую комнату нам с вами идти. 306, если не ошибаюсь. Так, не разговаривайте. Чуваки, я и так уже напуган. Так, отлично. Сейчас, может быть, воды налить. Блять, тут вода не наливается. Это с вами ванна, может быть, как вы думаете? Так, а воды-то все-таки нету, смотрите, воды-то нету. Хотя, такое, знаете... Бля, хамуха, мы походу с вами не сделали. Вот это журчание, это что-то не то. Придется обратно идти. Что-то я, короче, видимо, затупил тут малость. Сейчас шкатулка, тоже ничего не понятно. Как скинуть шкатулку? Так охота ее сбросить. Ну, подсказка была, будем помнить, что шкатулку можно с вами скинуть. Только почему-то нету дырки, чтобы скинуть. Это самое печальное. Ладно, спускаемся в подвал еще раз. Пробуем включить краны в правильном порядке. Кстати, это что такое? Какая-то доска объявления, что ли? Только для персонала, для обслуживающего персонала. Блять, гвозди какие, а? Смотри. Вот. Потекла вода по трубам. Ха-ха, отлично. Просто замечательно. Мне так это нравится. Мы с вами угадали. Почему было, блин, сразу же не покрутить так, а? Так, обратно возвращаемся к фотографу. Включился, выключился, включился, выключился.
пока все спокойно. Я так понимаю, тут на сами зомбаков никаких не будет. Медсестера. Будем с вами вот так вот в спокойном порядке разгадывать загадочки и проходить. 306 нам с вами нужен кабинет. Вернее, не кабинет, а комната. Блять, попробуем с вами сейчас набрать воды. Воды почему-то он не хочет набирать, по крайней мере, оттуда. Я получил бутылку полную воды. Просто прекрасно. Просто замечательно, дорогие все. Охеренно. И чё? Зеленая — это вода. А что такое? Еще рано использовать. Белый — это реагент. А, нам с вами надо. Так, так, так. Я не могу сейчас использовать фонарик. Фотография напечатана. Блять, какая-то кукла, смотрите. Мишка. Кукла. А, еще какая-то часть. Нам надо было что ли собирать их или что? Мишка, кукла. Помните, у нас с вами комната была, где детский плащ был? Там же была мишка, кукла. Там, смотрите, какая-то тварь должна, сука, вылезти, что ли. Последняя игрушка, я не помню, не понимаю, что это такое. Это какой-то самолет, что ли, что такое? Посмотрите. Ничего не понимаю. Блять, охренеть можно. Ладно, отлично. Надо найти сами эту комнату, блядь. Где она находится? Мне кажется, где-то на втором этаже она была. Как интересно, мне определенно нравится эта игра, очень даже. Блять, пошлите на второй этаж, я хочу найти эту комнату, где сами у нас девочка плакала там. Звуки такие были, там была, кстати, в одной комнате. Детские игрушки. Так. 203. Так, это не то. Так, 206. Ух ты! Вот же она. Кстати, это чудовище разве тут было, сука, что ли? Чего чела, блядь? Ты тут разве был? Выглядит отвратительно. Я уже ничему не удивляюсь. Кстати, я в первый раз не заметил. Из квартиры. Так, а вот и игрушки. Я подобрал одну из игрушек. Еще где-то одна должна быть игрушка. Блин, вообще не люблю, когда дети плакают. Где еще одна игрушка, кто мне скажет? Мишка. Бляха-муха. А-а-а, вот еще зайка. Зайка, точно, смотрите, в этой комнате тоже была игрушка. Зайка, отлично. И че? Ух, блядь. Чё за звук? Ух, блядь. Где чё открылось? Где чё открылось? А, там клетка же у нас сами точно была. Точно, точно, нет? Может, какой-то ящик открылся? Блять, я не уйду с этой комнаты, пока не пойму, что где надо с вами сделать. Кажется, где-то здесь что-то скрипнуло. Вы слышали же определенно? Блять. А, чё я туплю? У нас же сами тут
Ящик был. Где мы сами игрушки подбирали. Точно. Вот же. Не плачь, не плачь. Я нашел золотое блюдце. Так, это похоже одно блюдце из Вима, как вы думаете? Хм. Интересно. Шикарно. Твою ж налево, а? А может быть, как вы думаете, может быть это блюдце второе спрятано в шкатулке? Как же его скинуть-то, блядь? Высоту. Блядь, я догадался. Я понял, надо мусоропроводом. Похоже, мы же не зря его сами открыли, мусоропровод-то. Точно, точно, нам нужно сами мусоропровод найти. Вроде справа. Сейчас мы с вами попробуем взять этот, эту шкатулку и бросить ее в мусоропровод. Опять там завалено все. Ну-ка. Бук. Да, отлично получилось. Так, а если он забит, тогда получается на втором этаже. Помните, там был такой затор в мусоропроводе? Так, сейчас я скажу, где у нас с вами шкатулка. Секунду, дорогие друзья. Шкатулка у нас с вами находится, вернее не шкатулка, а выемки находятся в 303 номере. Специально записал. Сейчас сходим с вами на второй этаж. Попробуем его применить. Вернее, достать. Если тут не забито, то он упадет ниже, на первый. Если забито, тогда он должен быть здесь. А что, он один этаж пролетел и открылась, что ли? Как, видите, какая-то замануха была. Нам предлагали так ненавязчиво, что нужно шкатулку скинуть. А где именно? Отлично, вот же она. А где именно, не сказали. Я почему-то сначала подумал, что это нужно сделать с вами. Именно в этом проходе. Так, блядь, это маленький ключик, кстати. Так, дальше не упадет, мусоропровод забит. Нам нужно с вами сейчас найти ключик от двери, к которой должен подойти. 204. Так, это тоже не то. Это тоже не то. Ох, так, 206 мы с вами были номере. Это фотограф. Блять, да мы везде были. Так, это закрыт. Давайте эти побыстрее проверим. Тут точно нет нигде. Так, тут вот тоже были. Угу. Осталась вот эта одна дверь, но мы тут тоже были сами. Тут вообще, кстати, телевизор. А мы так и не поняли, для чего он нужен. Ладно, пошлите на третий этаж. Будем пробовать там что-нибудь сделать. Пока все получается, пока все идет по накатанной. Второй этаж, пошлите на третий, сходим. Пока идем, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на канал и подпишитесь, если вы сейчас это видео смотрите и не подписаны. Просто помогите, поддержите меня, подпишитесь и ставьте свой комментарий по поводу прохождения, и поставьте палец вверх. Я надеюсь, вам так же интересно, как и мне. Так. Это не открыто. Это. Так комната с телефоном. Кстати, я тут... А нет, блюдце у нас сами в 303-м. Гитарин. Это что такое? А как мы ее сами пропустили? Или ее тут не было? Это же где таблетки, блядь, точно. Охренеть. Просто так зашли и нашли эту, блядь, херню. Серебряные блюдца. Так, нам нужно с вами сейчас... Так, какое у нас...
Так, так, так. Выемки 303. Это, кстати, на этом этаже получается. Нужно сейчас найти с вами 303 комнату. Где она на самом деле, с другой стороны получается, или здесь? Так, ну... Нет, тут быть не может. Видимо, с той стороны. Я как-то думал, если с правой стороны, допустим, вот здесь я должен быть четный. Не четный, а тут четный. Как-то немножко по-другому все это сделано. Так, 303, вот она. Охренеть можно, зашли просто так и нашли. Мне кажется, что они говорят русские, да нет, конечно. Похоже, ключ от комнаты. Сейчас все прошарим. Что нам делать-то? Так, это не то. Так, это что такое? Это у нас сами фотограф. Нам нужно сейчас сами комнату какую-то найти. Где только вот эта комната? Так, это тоже не то. Так, куда пойдем? Пойдем с той стороны попробуем. Хотя там-то мы, в принципе... Пятое мы сами только что были. Заперто. Охренеть можно. Ключ подошел. Блять, какие-то доски тут. Какая-то убитая, блядь, комната, короче. Записка. Записка. Я не знаю, сколько дней тут провел. Сюда не проходит солнечный свет. Эта комната проклята, она исчезает. Я заперт в этом маленьком... Вы что, хочешь сказать, сами заперты, что ли? Я заперт в этом маленьком коридоре. Пытаюсь проделать дыру в комнату Энди, но я так ослаб, мне не хватает сил. Осталось совсем немного, если я не знаю. Если я не успею, я тоже здесь исчезну. Охренеть, может, что это такое, а? Блядь. Ух ты. Фак. Все щепки. Это комната Энди. У нас просто не было сами сил, по-видимому. Так, что тут такое? Ничего такого не вижу. А! Блять, ты чё? Меня испугала, сучка. Блять, я так испугался, твою мать. Такие-то часы, что ли, были, блять. Какая-то... Это что такое? Белая клаудия, растение эндемик, это произрастающее на берегу озера Талука в окрестностях города Безмолвный Холм. Цветет в середине июня и имеет ярко-белые цветы, благодаря чему и получило свое название. В бутонах растения находится наркотическое вещество PTV, вызывающее галлюцинации, которые в редких случаях могут продолжаться длительное время. Иногда даже годами галлюциноген использовался коренными жителями в религиозных обрядах. Бутоны перетирались в однородную массу, которая называлась белое масло. Люди, использующие наркотик, верили, что цветы были дарованы богами для того, чтобы прощаться с ними и безмолвными духами, а именно призывать их. Наркотик использовался только шаманами, однако люди, не использовавшие наркотик, утверждали, что боги и духи являлись к ним. Вот это понятно, галлюцинация, по-видимому. Причина массовой галлюцинации неизвестна. Не понял. Чё это было, блядь? Охренеть можно. Нам вот сюда или нет?
Блять, да вы что издеваетесь? А почему мы сдохли? И что нам надо сами сделать сейчас? У нас все хоть сделано-то, нет? Охренеть можно. Я ничего, я юмора не понял. Что произошло с нами? Почему сами умерли-то? Кто мне скажет? Охренеть. Чё за бред, а? Чё надо сейчас сделать-то сами? Комната с крюками. Где у нас сами была? На каком этаже? На втором? Я в шоке, блядь. Так, вернее, не комната с крюками. Да, комната с крюками нам нужна сами. Мне кажется, вот тут она была, нет? Так, тут все сделано. Все сделано. Таша, это что надо будет? Шкатулку, может быть, скинуть? Я не помню, мать ваша. Ну-ка, давайте посмотрим, может, шкатулка же тут лежит. Сука. Охренеть можно. Ключ мы тоже сами подобрали. Что тогда потом надо сделать? Твою мать, а? Ой, в 305-ю комнату нам, похоже, надо с вами или нет? Но с вами в 305-й вроде серебряное блюдце есть. Где эти таблетки, помните, лежат? Давайте посмотрим. А, или нам уже надо сами вставлять блюдца? Блюдца надо... Давайте посмотрим. Точно, серебряное блюдце. Все, берем его. Берем. Идем на второй этаж. Охренеть, это что, фишка такая была или как? Я даже запутался немножечко, куда нам сами пришли. Надо идти. Так, давайте сохранимся. Чтоб такого больше не происходило. Давайте сохранимся. Я думаю, на этом завершим прохождение этой части. Чё-то какой-то косячок получился небольшой. Поэтому, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Оставляйте свои комментарии, ну и ставьте палец вверх. Я надеюсь, вам понравилось, было интересно. Но концовочка что-то какая-то получилась немножечко такая необычная. Поэтому подписывайтесь, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии. Ну и с вами был Стич. Всем до новых встреч. Пока.